Всем привет, с вами Ульяна. Роботы стремительно врываются в нашу жизнь с самого детства. Машинки с искусственным интеллектом, лего с экраном. Чего стоит ручка, которая учит детей английскому? Я до сих пор удивляюсь игрушкам, которые доступны нынешнему поколению детей. Глаза разбегаются, когда пытаешься выбрать подарок малышам на праздники. Сегодня я хочу познакомить вас с двумя роботами от революционной компании Zuru, которая занимается разработкой, производством и продажей инновационных игрушек и потребительских товаров. Это Robo и Pets Alive, зеленый велоцираптор и танцующий ленивец, которые можно дарить детям с 3 лет. Я в детстве очень любила книги Конан Дойля и фильмы про затерянный мир. Меня хлебом не корми, дай почитать про динозавров. Поэтому динозавр Robo Alive сразу привлек мое внимание. Зеленый велоцираптор – отличный подарок мальчишкам и девчонкам, увлеченным данной тематикой. Это робот размером 9 на 30 на 20 сантиметров, который может двигаться, издавать звуки и открывать пасть. Его глаза со светоотражающей поверхностью делают его еще более реалистичным. Дина работает от двух мини-пальчиковых батареек, которые в комплект не входят. Зато в коробке вы найдете слизь яркого цвета с фигурками насекомых внутри, мухой и пауком, которые разнообразят детские игры. С такой игрушкой ребенок будет учиться развивать фантазию, познакомиться еще ближе с историей и миром динозавров и сможет устраивать эпичные сражения в своих играх с другими игрушками. Следующая игрушка – Pets Alive, танцующий ленивец Фифи. Этот фиолетовый милаш никого не оставит равнодушным, независимо от пола и возраста. Из названия сразу понятно, что Фифи умеет делать. Да, танцы его конек. Для проигрывания доступны 3 мелодии с разными танцами и ритмичными движениями под каждую. Его размеры 11 на 24 на 30 сантиметров. Ткань очень приятная на ощупь, так и хочется постоянно его гладить. 4 пальчиковых батарейки идут в комплекте, что приятно. Включаем ленивца с помощью кнопки, которая находится на задней части головы, затем нажимаем на нос и дискотека начинается. Фифи танцует флосс, популярный танец среди молодежи, придуманный американским подростком и напоминающий чистку зубов нитью. В такт музыки двигаются руки, бедра, ноги и даже глаза. Что это за ленивец такой, который не будет медленно моргать? Да и танцы все на месте, очень хорошо передают ленивую натуру. Такая игрушка с легкостью поднимет настроение, будет стимулировать ребенка активно двигаться и танцевать. Игрушки от Zuru из серии Pets и Robo Alive будут прекрасным подарком на день рождения и на другие праздники, которые сразу привлекут внимание малышей и вызовут бурный восторг. Велоцираптор поможет погрузиться в времена более 200 миллионов лет назад, а ленивец сразу разбавит вечеринку и добавит ей танцевальную атмосферу. Ссылочки на эти игрушки вы можете найти в описании. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами была Ульяна. Всем пока!